Кришлов Максим Сергеевич. Адрес места жительства. Чего еще надо? Место жительства, город Бутурлиновка. Дом, улица Дорожная. Дом 30, квартира 9. Состав семьи. Жена Наталья, сыновья Михаил и Александр. Сколько возраст детей? 16-11 лет. Они в школу ходят? Да. Ваше звание? Подполковник. Должность? Заместитель командира полка. Чего? Какого полка? Авиационного полка. Сколько в составе полков примерно самолетов? 24. Скажите, пожалуйста, если у вас есть дети, почему вы уничтожаете украинских детей? Чем они вам навредили? Я жду ответ. Я не уничтожал. Я выполнял приказ и работал по координатам. Вечер. Доброе утро в вашей хате. Даю трубочку вашему мужу. Скажите, вот сюда. Алло. Алло, привет, Маша. Я живой, в плену нахожусь. Нахожусь в плену. Вы оба там? Не знаю, второго нет. Что делать? Беги детей, маме позвони, успокой. Я живой. Выходить, выходить на улицу. Пусть выходят на улицу против войны. Что? Тебя оставят живым? Я не знаю. Говори, пусть выходят на улицу против войны. Который говорит? Да. Не, стоп. Так ты скажи ей, что ты хочешь сказать. Смотри, товарищ, передай всем нашим, чтобы не работали по мирным городам, по мирным объектам. Вот. И чтобы заканчивали эту войну. Хорошо, передам. На улицу пусть выходят с плакатом. Увидим, что жена будет с плакатом, все будет нормально. Передавай, что молчит. Передавай. Жене говори. Требуют, чтобы ты вышла с плакатом против войны. Так тогда будет все нормально. Ролик на YouTube будем смотреть. Где жена сказала, что молится. Маме привет передай, успокой. Как ребятишки. Держись там. Нормально все. Давайте, держитесь. Давайте, давайте. Дай. На камеру представляйся. Подполковник Кришлов. Полностью фамилия, имя, отчество, число, место утверждения. Подполковник Кришлов Максим Сергеевич. Должность вашей части, место дислокации. Заместитель командира полка 47-й полк. Выходите, поднимайте свою Россию против вашего хуя. Дислокация. Чем больше у вас выйдет с плакатами, нет войны. Руководитель у вас кто? Тем больше у них шансов остаться в живых. Полковник Лобода. Кто отдавал приказ бомбить мирные города? Командующий генерал Маковецкий. Полностью генерала Маковецкого данные. Олег Владимирович. Он непосредственно вам давал координаты? Когда наши дети... Он прислал координаты работы. То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардировки? Сколько у вас самолетов дислоцируется? Сколько самолетов дислоцируется в полк? 24. Рабочих сколько? По-разному. 15 плюс-минус. Сколько вылетов совершали? 3. Адреса? Населенные пункты? Между Изюмом и Балаклеей и вот 15 километров севернее Харькова. Визуальный контакт был с целью? Нет. Один раз визуально видели чистое поле, остальные вылет выполняли в облаках. И сегодня, точнее вчера, полет был ночью, только лесной массив видел. Вы понимали, что есть светомаскировка и внизу могли быть мирные люди? Я работаю по координатам, которые мне выдают в виде приказа. Координаты Маковецкий опять-таки выдавал? Кто давал приказы? Ну, он присылает, да. Все. Кто давал приказы? Я же сказал. Еще. А в каких числах ты вылетал, что ты не видел? Третьего. Сходи на собачьи лица. Третьего. Так, сегодня 3 и 20 числах, 24. Я тебе скажу, что только 3 дня облачно, все остальное было безоблачно. И ты мне расскажешь, что ты не видел. Стоп, видео.